В столице Казахстана стартовал престижный теннисный турнир ATP 500. Наша страна впервые принимает состязания такого уровня. Участвовать в Astana Open будут спортсмены из топ-10 ракеток мира, значит, поклонников ждут яркие и ожесточенные баталии на отечественных кортах. Берег Сейльбек побывал на открытии. Звезды мирового тенниса прилетели в столицу Казахстана, чтобы выявить лучшего на турнире Astana Open. Помимо таких мастодонтов мяча и ракетки, как Новак Джокович и Станислав Вавринки, на корт выйдут первые ракетки отечественного спорта в лице Михаила Кукушкина и Александра Бублика. ATP 500 по престижности стоит в ряду с турнирами «Большого шлема» и ATP Masters 1000, подчеркивают организаторы. Для нас это значит признание мировой общественностью нашего уровня страны, как организатора. Только крупнейшие страны мира проводят категории таких турниров. Это Вена, Токио, Вашингтон. Организаторы отмечают, состав игроков феноменальный. А главное, что у казахстанцев есть возможность стать зрителем турнира такого уровня. Оценили уровень организации и зарубежные спортсмены. Все очень здорово. Нас заселили в хорошем отеле. Я очень рад находиться здесь. Организация турнира на высшем уровне. Я очень рад быть здесь, потому что до этого не бывал у вас. Нам очень приятно слышать, что звезды воспринимают Казахстан как очень дружелюбную, гостеприимную страну. Но это наша традиция. Все знают, как мы встречаем гостей. Итак, в турнирной сетке имена сильнейших игроков планеты, в числе которых и Карлос Алькарас. Первая ракетка мира. Поболеть за игру любимых спортсменов жители и гости столицы смогут до 9 октября. Призовой фонд 2 миллиона долларов. Берег Сейльбек, Баглан Джангозин, Астана Таймс.